Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Я вот пришла что-нибудь поснимать в наш магазин. И у нас такая пустая пустота, что кроме как хорошенькие украшения, я абсолютно ничего не нашла, что снимать. У нас в магазинах такой трэш и такое старье висит, что я, честно говоря, вообще не знаю, что мне снимать и вообще, куда мне с моим каналом, что мне делать. После вот как был ковид 2 года, и после ковида мы вернулись как бы вроде бы как в нормальную жизнь, но если честно, в магазинах такое барахло, что я не могу вам передать. Поэтому я вам буду снимать украшения, брошечки. Значит, их сейчас очень много перед Рождеством, потому что это такой хороший подарок. Это компания Anne Klein. Я люблю их находить винтажные, но видите, как и новые, тоже очень симпатичные. Брошки заклеили, все так. Но они стоят по $20. Вот, поэтому я их не покупаю, потому что я охотник за винтажом. Но я вам хочу сказать, украшения очень симпатичные. Посмотрите, какие симпатичные серьги. И цена на них приличная вполне, $29. И Rachel Zoe — это довольно известная компания. Мне очень нравятся украшения с зелеными камушками. Вот такая цепочка с таким сердечком. Сколько она стоит? $24. Это все очень недорогие, очень бюджетные украшения. Их сейчас очень много, потому что это самый лучший подарок к Крисмасу. Вот покупать такие вещи, когда вам нужно что-то не очень дорогое и у вас бюджет ограничен. Вот можно, например, сделать даже комплект. Вот смотрите, вот такое вот колечко, и к нему можно купить вот такие вот серьги в комплект или вот такие. А, они одинаковые. Значит, $29 стоит серьги и $29 стоит кольцо, и это серебряное украшение стерлинг силвер. Вот хорошенькие такие с жемчужинками. Ну, в общем, много. Вот есть прям такие, знаете, наборы в таких красивых коробочках. Это на самом деле действительно прекрасная идея, как подарок на Рождество, на Новый год. И вот, посмотрите, прям целыми наборами продают $50. Вот, сережки и кулон с цепочкой. Опять же, это серебро. То есть, как бы, не сильно это дорогое, ценное что-то, но очень даже симпатичное. Вот такие маленькие сережки. Главное, что это, знаете, на любой вкус. Вот тут много вообще наборов целых. Я имею в виду, что если вы не знаете, что подарить, вы не знаете вкус человека, то вот такие вот маленькие всякие. Здесь, по-моему, 2 вида сережек. Вот гвоздики и вот такие вот висюльки. Ну, в общем, симпатичненько. Вот смотрите, браслеты и пусеты такие, серьги. Вот такой набор серег всяких. Вот прям красиво. Красиво. И к этому же можно тоже найти какие-нибудь серьги. И все это серебро. Цены не говорю особенно, потому что они все такие в пределах $20, $30, в общем, что-то такое. Не сильно дорого. Так, это мужские часы. Красиво все. Значит, всякие мелкие, видите? Это тоже все серебро, красивые кольца. Вот такой набор. $60 стоит. Смотрите, какой симпатичный. И вот много разных кулонов. По разным ценам они. Ой, какое кольцо. Смотрите, большое. $60 они стоят. Много камушков. В общем, всякое вот красивое. Так, здесь всякие браслеты с камнями. Вот такие браслеты. Ну, это такое, знаете, классическое, на любителя. Вот такие есть наборы. Зеленым камушком, синим. Вот кольцо красивое. Вот здесь много колец разных.
Кольца всегда не моего размера. Мне никогда ничего не подходит. И очень много зеленых камней. Вот много красивых камней. Ой, какие красивые. Я бы такое кольцо с камнем, с большим зеленым купила бы себе, видите. Но это размер 7, а мне нужно по крайней мере 5 или 6. Ну, их несколько штук, может, я спрошу. Видите, вот большим камнем, прям с таким, как будто бы большой изумруд. Много-много камушков, много вот таких кулонов тоже с большими зелеными камнями. Вообще очень много зеленых украшений с зелеными камнями. Такой прям под изумруд сердечки. Красиво. Вот тоже кольца. Я снимаю, главное. Девочка ходит за мной, она все думает, что я что-то попрошу показать. Так, здесь у нас, я вам показываю, всякие Гуччи. Раскупили, было больше. Вот браслет Гуччи $700, кулон, цепочка, часы, было больше. Ну, сейчас к Крисмасу, конечно, народ разберет, не сомневаюсь. Так, здесь золотые украшения. Вот смотрите, это, кстати, золотой. $199 колечко стоит, $200 с каким-то зеленым камушком. Я не думаю, что это изумруд. Скорее всего, что это что-то полудрагоценное, какая-то история. Ну, очень красивый камушек. Тоненько, но колечко золотое. Вот это здесь все, вот эти вот, видите, маленькие всякие сережечки. Вот. Смотрите, вот это тоже симпатичное колечко. Видите, золото, голд. Тоже с маленьким зелененьким камушком. Может, это изумруд даже, не знаю. А вот эти вот не очень дорогие. Это, кстати, тоже золото. Но это 14 карат. 14 карат – это невысокая каратность. И они такие малюсенькие, совсем тоненькие. Тоже с разными камушками. Поэтому они так стоят. Вот $70, $60 вообще совсем недорого. Вот здесь красивые украшения, большие. Смотрите, какое за $60 колье. Вот это вот с цветочками. Интересно, почему он такой дорогой? Может, жемчуг натуральный? Да, похож даже на натуральный. Смотрите, какой браслет массивный. Всего лишь $30. Очень красивый. Это Michael Kors. У нас, кстати, очень много украшений Michael Kors. Сережки. Они не очень дорогие. Вы видите, они по $40. По 40, по $50. Вот здесь вот $50 стоят совершенно какие-то бренд Аяла, который я даже никогда не слышала. Вообще у нас много украшений Michael Kors. Видите, вот кулоны, серьги. Вот много тоже Michael Kors. Разных. Их всегда очень много. Вот красивые какие кольца. Или это одно кольцо. $100 оно стоит. Вот красивые серьги. Вот это вот компания Аяла. Интересно. Снова Michael Kors. И там вон какой прям Cartier. Тигр, тигры, львы. И снова крисмасные. Вон змея какая, $179. Смотрите, какая змеюка. Видите, это змея, $180, дорого. А тут прям бриллианты. Слушайте, ну они не дешевые, эти по 130, по $140 украшения. Написано, что это кубик циркония, не знаю, неужели он такой дорогой. Так, здесь распродажа. Здесь вот тоже есть змея на распродаже такая. Вот, там вот висит за полную цену, а здесь за... И стоит она $144. Прям классная, как блестит, переливается. И вот это вот красивое ожерелье $75. Видите, какое красивое? Вот это вот. Вот это вот. Под ним, под змеей. Здесь еще змея-браслеты какие-то. Ой, вот какие кольца красивые, смотрите, с зелеными камнями. Они тоже на распродаже, но они не очень дешевые, $46 они стоят. Вот огромное такое кольцо из серебра, большое. Вот красивые сережки, такие как леденцы, прикольные, да? Вот много симпатичных всяких, сердечки зелененькие всякие.
симпатично. Это что-то Gucci. Зажим для денежек, что ли? $254. Ну, у кого есть денежки, чтобы зажимать, те и $254 могут купить себе зажим для них. Ну, это тут рождественская тема. Смотрите, какие елки буши. Они такие тяжелые, $16 стоят. И всякие нарядные серьги. Ой, вот эти прям красивые. $16. Смотрите, какие красивые. И вот эти симпатичные, 25. Кольцо неплохое. Красивый камень. $40. Ну, 8 размер. Большой мне, даже на этот палец. На все пальцы мне будут велики. Так, ну это всякое баловство, глупости. Елки для волос. У меня есть брошка такая, похожая винтажная. И здесь тоже елки. Это какие-то подарочки, бантики. В общем, рождественская тема. Ее довольно-таки хорошо раскупают. Потому что было больше, но я знаю, что у нас народ любит. Так, это мужские украшения. Бранзулетки. $20, два браслетика. Маленькие такие. Не знаю, это настоящие камни или это прессовка какая-то. Скорее всего, прессовка. Просто на резиночке браслетики. Здесь распродажа. Ой, какой симпатичный эти кулончик. $12 он всего лишь. Бетти Джонсон. Симпатичный. Потом вот такой набор. За 20. Нет, это не набор, это просто цепочка такая. Это зеленая. За $16 вот такая вот колье. С таким вот кулоном. Здесь тоже мужское. А, смотрите, какая. Вау, красота. 30 баксов. Это для каких-то этих специальных мальчиков. Я не знаю, мои мальчики такое не наденут. Тут часы всякие, но это неинтересно, совсем некрасивые. То есть не то, что некрасивые, а как-то такие. Часы с браслетами прям продаются в наборе. Смотрите, вот прямо Rolex. Почти что. Корона, все дела. За ракет. Так что вот, можно вполне. Или вот, например. Смотрите, часы. И при них еще три браслета. Все это Kendall and Kylie. Не знаю, сколько стоит. Ну, наверное, тоже $40, не больше. Ну, в общем, всякие разные. Ой, девочки, что-то мне не снимается. Ничего. Бибе, это тоже такая компания. Вот они тоже по 40, тоже часы и куча браслетов. Так у нас продают такими наборами, я знаю. А здесь Тахари, это тоже, я знаю, такой бренд известный. Часы, кулон и сережки. За тоже $40. Так, ну и коробочки для украшений. Это тоже у нас тема. Это тоже прекрасный подарок. Смотрите, какие красивые. Чудные, чудные. А, почем они, интересно? Сейчас я посмотрю. $24. Вот такая вот стеклянная коробка с бабочкой. Какая прелесть. Это, кстати, тоже прекрасный подарок. Прекрасный подарок. Особенно девочки, которые любят украшения. И если вы не хотите покупать ее украшения, потому что вы не знаете ее вкус, вы не знаете, понравится ей или нет, то вот такая карабень всегда пригодится. Потому что у всех девочек, у которых много украшений, у них всегда проблема их складирования. Поэтому это прекрасный подарок на Рождество и Новый год. Браслеты. Хорошенький такой кулончик, симпатичный, и синий, и зеленый. В общем, много чего есть. Кстати, пижама тоже тема для подарка. Чего себе, $100. Оно что, шелковое? Карен Мабон. Не знаю такого. 100% полиэстер. Сделано в Китае. Схерали оно стоит $100, девочки. Она, конечно, красивая, прикольненькая пижамка. Они есть разные. Не, это не такая, это не стоптер. Видите, есть вот такие вот еще. Вот этот мне прям нравится. Рисуночек такой прям богемный.
Ну, слушайте, $100. И шелк. Чего это? Ну, тема для подарка вот такая классическая пижама. Крисмасная. Вот $35. Фланелевая, теплая. В клеточку. Вот есть разных расцветочек. С пингвинами. Да. В общем, всякое такое. Это крисмасная прям тема. Вот такая расцветка. Вот такая. Ну, это, конечно, страх божий. Ну, в смысле, не страх божий, а такая пижама для... Не кекси-пекси. Ну, как тема для подарка. Вот халат махровый тоже хороший подарок, потому что вы, когда не знаете размеры, не знаете, что подарить, то это классно. Вот смотрите, какая у них в домашней одежде висит вот такая вот кофта. Ну, конечно, почему-то она домашняя. Ее можно вполне на улицу носить. Но она висит в белье, в отделе для белья, вот среди халатов и пижам. Есть два вида, вот такая. И есть вот такая вот, слушайте, $120, она, наверное, кашемировая, $130. Есть вот такая вот белая, прекрасная. Сейчас посмотрю состав, я вам скажу. Да, видите, 100% кашемир. Слушайте, мне прямо очень понравилась она. Вот такая вот кофта. С капюшоном, с поясом, с карманами. И всего лишь $130, понимаете? Вы помните, мы в Uniqlo рассматривали свитера кашемировые по 150, по 160, я уже не помню, сколько там было. А это 130. И вот такая вот классная. Но то, что она кашемир, это прямо видно невооруженным глазом. Шикарный подарок, я считаю. Мне очень нравится. Почему-то они ее повесили в отдел для халатов и пижам. Имеется в виду, что это такая для дома, что ли, одежда. Ну, здесь все просто теплые такие халаты махровые. Но, опять же, повторюсь, в качестве подарка человеку, которого вы не знаете толком его размер, Кельвин Клайн халат, вы не знаете толком его размер, вы не знаете, что он любит, что он не любит, то вот какой-то пижаму или халат подарить — это самое, что ни на есть. Но вот эти, конечно, прикольные, почему-то очень дорогие, но красивые. Вот еще красные. Это тоже Кельвин Клайн. Почем они? Не знаю. $45. Махровый халат. Кельвин Клайн. Вот есть белый, вот есть черный, есть такие, сякие, в общем, разные всякие, очень хорошие. А чемодан мне нужен, это уже не подарок, это я уже себе присматриваю. Мы, знаете ли, в отпуск собрались, и у нас один чемодан. Я думаю, что мы, ну, в смысле, у нас больше, но один такой нормальный, остальные такие старые уже. Я думаю, что мы в один чемодан не вместимся. Но это уже тема для другого видео, девочки. Я попрощаюсь с вами на сегодня. А сама буду рассматривать чемоданы. Почем они? Вот, например, $100 чемодан. $100 стоит большой. Вот этот стоит 160. Ну, это зависит еще от компании. Это известная вот, Samsonite, это известная другая компания. А это какой-то такой не очень известный, поэтому он стоит дешевле. Этот стоит 120. Ну, видите, много чемоданов. Вот такой под леопард, сам раз. Так, ну все, девчонки, с вами попрощаюсь на сегодня. Люблю, целую. Надеюсь, что вам было интересно. Кстати, чемодан тоже можно рассматривать как подарок на Рождество. Потому что вещь нужная. И, опять же, не нужно знать размер, не нужно знать вкус хозяина. Это, в принципе, очень... интересно. Все, до свидания. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Бай. Всем бай-бай.